В США насчитывается 560 тысяч инфицированных коронавирусом. На утро понедельника количество летальных исходов превысило 22 тысячи. Самая сложная ситуация в штате Нью-Йорк, губернатор которого Эндрю Куомо его цитирует. Associated Press объявил, что от COVID-19 за сутки умерли 758 человек. Это шестой день подряд, когда уровень смертности не опускается ниже этой отметки. Только в городе Нью-Йорке за время эпидемии скончались более 6 тысяч человек. Всего же в агломерации инфицированы свыше 100 тысяч жителей. Я вижу молодых, я вижу пожилых пациентов, я вижу людей всех возрастов, которые очень серьезно больны. И вот я прохожу, и вы можете слышать, как работают аппараты ИВЛ, помогая этим людям дышать. Всего в США за истекшие 24 часа, согласно цифрам университета Джонса Хопкинса, умерли свыше 1500 человек. Пасху подавляющее большинство прихожан отмечали дома. Праздничные богослужения проходили при закрытых дверях и в пустых соборах и церквях, как, к примеру, в штате Огайо. Всего к настоящему моменту анализы на вирусоносительство были сделаны почти 3 миллионам американцев. Согласно закону, принятому Конгрессом, тестирование проводится для всех жителей страны бесплатно. Ведущий вирусолог страны профессор Энтони Фаучи накануне заявил, что частичное возвращение к норме возможно не ранее следующего месяца. И то в случае, если к тому моменту будет налажена служба быстрой диагностики.